Наши ветераны – истинная гвардия. Они ратуют за страну и родную Анапу. Активно участвуют в патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Постоянные участники общегородских мероприятий. Ветеранская организация активно участвует во всех общегородских мероприятиях, которые проводятся. И надо сказать, что по предложению главы много, особенно в этом году, было сделано по уделению внимания воспитанию подрастающего поколения, в том числе и заботе о ветеранах Великой Отечественной войны и просто пенсионеров. На отчетно-выборной конференции подвели итоги работы с 2010 по 2015 годы. Годовщину Великой Победы при содействии общественной организации, адресную помощь получили главные герои праздника – ветераны. Были приведены в порядок все памятные знаки, мемориалы и братские могилы. Глава курорта Сергей Сергеев отметил, как важна сегодня эта связь поколений. Активное участие ветеранской организации в жизни города. Задача власти – создать условия для эффективной работы умудренных опытом общественников. Мы должны, мое убеждение, работа должна строиться с каждым отдельно взятым человеком. Идет он навстречу, есть у него проблемы, задал вопросы власти, то ли ветеранской организации, то ли главе. А может быть, у него есть вопросы и главе региона. Вот надо их решать. Если мы будем решать эти вопросы и слышать людей, то мне кажется, что мы обречены просто на успех. Тогда люди будут поддерживать то, что мы делаем. Работу Анапского совета ветеранов оценили удовлетворительно. Заместитель председателя Краевого совета ветеранов Владимир Фальков признал Анапский совет лучшим в крае. Этих людей не сломить, они закалены, они воспитаны в минимализме и возможности отдачи, работая от 12 до 17, от 6 утра до 12 ночи. Вы... Город воинской славы. Это накладывает колоссальнейший отпечаток на всю деятельность как администрации и самих жителей Анапы. Один из вопросов повестки конференции – выборы председателя совета на следующие 5 лет. Участники конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Анатолия Гапонова. По итогам работы актив Анапского совета ветеранов наградили почетными грамотами за успешное развитие ветеранского движения.